Так, снимаем, каково это перейти дорогу на Патонге. О, есть чувак, который тормозит. Красавчик, таксист, наверное. Мы пока он тормозил, под этим видом тоже решили перебежать. Находимся мы в самом тусовочном месте, пляж Патонг. Вот такой движняк здесь вечером. Везде веселье, повсюду позитив, энергичная музыка. Эти байкеры на тротуарах, они тут везде. По песку, что ли, идти? А? Где безопаснее, как идти, непонятно. Пойдем чуть-чуть по песочку пройдем. Возьми, пожалуйста, мои тоже. Офигеть, сколько здесь байков. Все приехали тусить. Вся молодежь гоняет на байках, и ночью это время молодежи. Естественно, что здесь собираются сотни молодых людей. Аленушка, ты себя на сколько ощущаешь? На сколько лет? Да. Не знаю. На 20, наверное. Это ты физически себя так ощущаешь? Ну, и так, и так. Ну, я, честно говоря, ощущаю себя на свой возраст. Мне 42. Ой, как я мечтал сюда вернуться. Здесь туристическая полиция. Тоже движниковое место. Много людей собирается. Здесь сделали, да, хорошие фотографии. Мы здесь отдыхали после Бангла-роуд. Собственно, отсюда и начинается. Бангла-роуд. Вот ребята пьют пиво, тренируются. Ну вот и сама. А, давай. И что-то китайцы завоевывают все потихоньку. Раньше не было столько китайских фонарей здесь. Да? Китайцы повсюду атакуют. Даже мне говорят, как она сказала? Ниша. Нишима Чингушима. Потому что, ну вот говорят, что много китайцев, много китайцев. Вот смотрите, вы сейчас видите много китайцев? Так практически не видно вроде. Ну, вон китайцы. Патонг бич. А, вот их человек 20 китайцев. Только сказала. Вот здесь туристическая полиция. Прямо напротив самой движниковой улицы Патонга. Бангла-роуд. Патонг-бич. Пхукет, Таиланд. А где вывеска Бангла-роуд? Да, сейчас нам нужно аккуратно переходить. Она же раньше Бангла-роуд называлась? Да, сейчас не знаю как. Тут и мы идем. Вот еще человек 20 китайцев. Или Бангла-роуд и это разные улицы. Может, это улица, это же просто Пхукет, Бангла-роуд. На английском нету, да? Нету. Не, ну мы здесь ходили. Да. А, это Бангла-роуд, вон там написано. Ну, я говорю на английском. Это просто название, а так улица Бангла-роуд. Самая живая улица, да? На Патонг-бич. Оживленная, да. Здесь где-то интересный фокусник гоняет с картами.
смотрим, он будет. Нет, раньше был такой кружок. Ну, обычно здесь просто меняется сам фокусник, а некоторые и годами здесь работают. Еще и магазины одежды, мороженое, кофе, Starbucks. Что там такое Starbucks? Макдоналдс. Позитивно, ничего такого криминального не вижу здесь. Сейчас веселятся ребята со всей планеты. А вот что-то интересное. Такой шум, сменяющийся одной музыкой на другую. Такое ощущение, что сейчас уши оглохнут со всех сторон. Со всех сторон такой стоят бар. Девушки и зазывают 58 бат, 80 бат. Что это значит? Одна бутылка пива, каждый свой бар. Получается, это гоу-гоу-бары, просто они танцуют. Да, да, да. Главное, чтобы ты пил побольше, вот и все. Да, просто пиво пьешь и сидишь, твое место готово, и смотришь на сцену, как танцуют девочки. Одно фото с такой девочкой 100 бат стоит. Да. А у нас одно видео не такое крупным планом бесплатно. Вот так позитивно отдыхают молодые люди со всего мира, всех цветов, и все нормально, потому что музыка объединяет. Тут получается простая туса была, сами на улице решили сэкономить, потанцевать. А вот оно, дерево. Вот смотрите, индеец. Классные штуки. Да. Давай купим. I sell 7,000 now. You buy. You buy. I sell 7,000. Yeah. Photo 1 hour. Okay. You want photo? $50. Thank you.
нужно привезти детей. Совершенно неожиданное место на Манглороуд. А еще и стреляет, блин. Надо детей сюда привезти. 700 бат стоит. Да? 700 бат. Пойдем посмотрим, как она выглядит. Этот фокусник, который с картой. Да. Только лет он все время здесь. Дай пройду. Давай ему этот лен. Денег дадим, он сейчас опять замутит фокус. Я тебя сниму тогда, давай. Она тебя оденет. Эта улица закончится. Я уже хочу, чтобы все побыстрее закончилось. А? Да? Я говорю, уже хочу, чтобы быстрее эта улица закончилась. Да, не комментарии излишни, сами все видите. Вот чувак ганджу пихает. Да, слоны в диковинку у нас. Тут бак магазинца стоит. Прикольно, а? О, она заканчивается. Эта улица закончилась. Ура, мы прошли ее. Наконец-то заканчивается эта улица. Слишком шумно для нас. Смотри, какие маленькие ромки.
большие роботы есть. Что на что? Да. Все. Мы сделали это. Мы прошли через улицу разврата чистыми. Нам здесь даже... Там, знаешь, мне кокаин даже предлагали. Да? Да. В общем, вся наркота, весь разврат вот здесь вот находится.